Друзья, продажи у нас УАЗ Патриот 2012 года выпуска. Объем двигателя 2,7 литра, полный привод. Автомобиль подготовлен к езде по бездорожью. Приобретался на официального дилера, оригинальный ПТС. По подготовке лифт подвески. Также установлены силовые пороги. На крыше имеется дополнительное освещение. Установлены расширения арок. Здесь по салону, по комплектации, у автомобиля имеется датчик света, установлена рация, бортовой компьютер, штатная аудиосистема, также климат-контроль, подогревы передних кресел, 4 стеклоподъемника. Здесь у нас тумблеры переключения, точнее включения, освещение на крыше. Также на автомобиле имеется прицепное устройство, установлены дополнительное освещение при включении заднего хода. Имеется лестница для того, чтобы подняться на крышу. Лебедка. На автомобиле полный комплект ключей, а также установлена сигнализация с обратной связью.